Всем здравствуйте или доброе утро. Вот я приехал проверить капканы на бобра, тут я наставил. Иду проверять. Погода у нас не на шутку разыгралась, зима. Снегу вон почти по колено на травесты. Вчера еще было снегу вот 5 сантиметров. Сегодня уже навалило чуть не по колено. Погода, конечно, не для ходовой охоты уже стоим. Ой, беда уже. Ходить тяжело. Снегу подваливать еще обещают, что идет склон, что там заметет нас. Уже, по-моему, так заметает неплохо. Где-то я перелазился. Ай, погода так бы, по температуре-то, конечно, не очень теплая. Не знаю, как все получится. На бобров выставил. Будем надеяться, что чего-нибудь попадет. И овраги тут все надо обойти лучше. И овраги тут все. Все вымывают. Тяжело ходить будет. Тут только ладно, снег пухлый. Ходить нормально. Не можно. О, след какой-то. Оказывается, зверюга пробежала. Вообще недавно. Ну это я ехал, в лесу видел мото. Это же лиса пробежала тут. Гонный след. Ехал, сейчас в лесу видел. Вот так вот. Идти тут не так, не близко. Вот поля у нас какие. Все заросшие березняком. Мелкие овраги тут. Иду смотреть к речке. Туда, на бобров. Ладно, смотрим, что получится. Вот я пришел до первой плотины, где у меня стоит капкан. Плотина затоплена. Высота, наверное, метра полтора, не меньше. Тут у меня капкан стоит. До следующей плотины уровень поднятый. Метров 200, наверное. Вот, ладно, идем посмотрим, что там есть, нет. О, снегу подваливает, здорово. Все здорово, не то что. Вот, смотрите. У нас тут есть снег. Сейчас, по-моему, капкан стоит. Капкан стоит. Так, погода нехорошая, бобров выхода не было. Так, ладно. Идем дальше. Вот тут плотины такие. У-у-у. Какой лес тут. Ой, провалился. Это нехорошо. Так вот. Так, тут деньги. Не пройти, плотина не замерзла. Так, овражище какой-то. Так, идти надо выше туда, где там я проходил. Вот, друзья, я сейчас подошел к следующей плотине. Небольшая промежуточная плотинка. Все, так, на вид капкан не вижу. Подтягивается. На какой крючок делать. Палка коротка.
Вот да, холодная. Цепь идет. Опа. Не упала. Так, что там цепочки тянет? Что-то тянет. Ох, маленький попал, жалко. Бывает. Да. Небольшой сигарет так упал. Так. Жёсткие плотинки. Ладно. Снимаем капкан и идем дальше. Так, иду проверить. Следующие плотинки. О, лед хрустит. Плохо ходить, а блин. Это мало купнулся уже раз. Так. Это грязь больно тут бежит. Так. Ух ты, скорее какую надо. Ломать. Так, капкана вроде не вижу. Капкана не вижу. Так, надо искать цепь. Рукой, наверное, не достать. Вот это запихнуло. Вот так. Могу прощупать цепь. Палочка мала. Опа. Капкан, вот куда я там ищу его. Пролов. Бывает такое. Ну, так бы. Ладно, мне повезло. Я думал, уже есть. Бывает и такое. Вот я пришел еще на одну плотинку. Я тут плохо ходить. Так. Наблюдаю. Все, капкана нет. Раз капкана нет, уже что-то радует уже. Уже одно, что капкана нет. Так. Зачем его туда выгрести? Палку бить надо. Так вот. Палка коротка. Пошла вроде. Это пошла палка. Так. Капкан. О, цепь пуску длинами. Опять пролог. Что такое, непонятно. Капкан сбитый. Рыбоват очень редко. Кто-то очень тут хитрый начал. Не повезло. Сегодня. Не повезло. Да. Без понятия, что тут зачем так. Капкан сбитый. Кто тут такие хитрые ползают. Ну ничего. Все будет нормально.
дадут. Ладно, ставим капкан. Вот подъехал еще на одну плотинку. Получай. Места огромные. В прошлый год я до бобра пытался поймать. И никак мне не получилось. Ну, поздно ставил, уже все, холодно стало. Сейчас посмотрим в этом году, что. Что-то капкан пока не вижу, не знаю. Как бы за руку не поймал, где он-то. Он был тут. Сейчас не видно. Так. Надо поводок какой-то сломить. Так. Попробуем. Так, да. Это так не получается. Добираться до палки. О, ломится все тут. Так. Ой. Лед проломился. Так. Палочки. Нет, да. Надо палку какую-то сломить. Как крючок был. Вот палка так крючком. Так, не поймал. Поймал. Что-то. Поймал цепь. Так. Так, интрига. Тянется что-то. Что-то мне больно тяжело. Так. Это, кстати, небольшой попал. Сегодня у меня с бобра не очень. Прошлогодний, наверное. Не огромный, но прошлогодний. Палочку тут положим куда-нибудь. Да. Да. Это, конечно, денег много, он не будет стоить. Прошлогодний бобрик. Не знаю сколько, ну такой средний бобрик, не очень большой, прошлогодний. Ладно, и на это хорошо. Вот иду проверить капканы на андатру. У нас на снежку выпало. Во. Сантиметров, наверное, 20. Не менее. Вот с утра и вот сейчас уже к вечеру снег стих. Вот иду проверить капканы на андатру. Сейчас опасно, под снегом может оттаять и можно провалиться. Хатки даже у меня практически не видно. Вот сколько снегу выпало. Мне там еще с ветром, все тяжело на машине ехать. А сейчас куда ступать даже? Можно повернуться. Сейчас я вот там по той хатке вчера капкан переставил на другую сторону. Сейчас посмотрим, что это сработало, нет. Тут стоялось на этой стороне, такая мыша, ничего не попало. Я переставил на эту сторону. Тут. Когда?
Утащил отсюда что-нибудь. Дальний упал. Нет, кто-то. Зарыли кто-то его. И мерз, похоже. Так. Ладно, почистить его. Сейчас мерз. Хрондаты закопали его. Вот еще одна хатка у меня сейчас. Работала так-то нормально. Так, вот и что получилось. Работала, нет? Сегодня еще. Такая средняя ондатра. Серая какая-то средняя ондатра. Значит, все равно работает. Там что-то, там дальняя хатка что-то плохо работает. Вот. Ну, снегу выше хаток наводил. Ладно, сейчас ставим капкан и смотрим другую. Вот хатка ондатрова. Все, ставил, сегодня все. Сравняло. Все, ну а сейчас посмотрим, что это там, как она от себя. Там все, там все свалилось. Промерз. Не сработал даже. А все тут обвалилось. Ладно, сейчас ставим. Надо заваливать сильнее. Я плохо завалил, он капкан промерз. Вот у меня очередной, можно сказать, рабочий день. Решился, ну как бы проверка капканов. Попалось два прошлогодних бобрика, наверное, думаю, прошлогодние. Нынешние, средние, два бобра и пару ондатров. Снег у нас навалило по колено. Сейчас будет ездить, конечно, проблематично. Но еще, если метель, ничего не будет, это ничего ерунда, на машине можно и проехать еще. Так вот. Вот сейчас еще надо будет прибирать всю эту дичь. Не знаю, обдеру, может, а может и заморожу так. Так сдам. Ну, посмотрю, как желание будет. Вот. Вот у меня очередной рабочий день мой. Снегу вон. Вот, видите, по колено подбросило здорово сегодня. Вот так вот. Ну, как такие пушистики. О. Это ондатра. Вот. О. Тяжело сейчас будет ходить далеко куда. Ну то зверьки. А, ехал сегодня, рисуешь и видел. Вот. Капканы проверил, два бобра попало, два пролова было, почему-то не знаю, непонятно причине. Ну сегодня погода испортилась, я думаю, зверь не очень был активный. Вот так вот и, ну все равно не пусто, чего-то есть все равно. Теперь надо как-то заниматься, на куницу капканы ставить. Ну, снегу навалило, конечно, много уже. Сейчас будет хорошо, все следы видно, и все будет. Лишь бы дождя не было.
и метелевую. Так все нормально. Вот. Еще раз говорю, что я себе с пушниной делаю. Если желание есть, я обдираю. Нет желания, сдаю так, тушками. У нас принимают тушками все. Пищу я себе не использую. Пушнину, шкуры продаю, если мясо обдирают, то у меня собаки очень любят. В пищу не принимаю, потому что у меня есть свое выкормлено. Свиньи, как бы, хрюшки дома держу для мяса. Это как бы для собаки и для, чтобы какую-то копейку заработать. Что нам делать сейчас вот бездельникам? Работы нет. Сколько отработали, чтобы это заплатили еще. Вот так вот. Ладно, спасибо, кто смотрит, пишет комментарии, ставят лайки, подписываются. Что? А мы будем дальше, если будут нравиться эти фильмы, видео, будем дальше снимать. По эту охоту, если не доест. Ну, конечно, каждый день все равно разное все. Вот вчера-то проверял так, сегодня вон снегопад, бобрики попали, андатры. Все равно каждый день все разное. Не одинаково, как бы можно сказать. То там как-нибудь, то труд. Ладно. Вот на сегодня видео вот такое у нас. Закончил очередной рабочий день. Вот так. Ладно. Всем пока, до новых встреч на канале. Не забываем, заходим, смотрим.